Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в шедевральную игру под названием Enlisted. Сегодня у нас значимый день, сегодня мы с тобой прокачаем AS-44 модель 5. Да, в любом случае, выиграем, проиграем, мы все равно ее прокачаем. Мы даже сейчас можем отыграть 3 минуты в бою и выйти из игры, и все равно мы ее прокачаем, вероятнее всего. Вот, знаменательный день, я открываю сегодня шампанское, ребят, будем, значит, праздновать, салют обязательно в честь будет этого. Так что, если ты сегодня за окном услышишь вдруг салют у себя вечером, да, там, или, возможно, уже слышал, я не знаю, когда ты смотришь эту серию, может, ты смотришь ночью, может, утром, в общем, но если был салют, короче, ты слышал, это в честь того, что мы прокачали AS-44, дробь 5, ну, или модель 5, там не дробь, там модель, да, вот. Че, пойдемте до Б тогда? Ура! А, враг, кстати говоря, сейчас на Б, наверное, попрет, да? Ура! Так, мы будем делать то, что мы будем. Будем делать то, что мы будем. Меня Кличко укусил. Мы будем делать то, что мы будем. Союзники берут точку Б. Можно спросить, почему у Матвейки, у него... Артиллерия, огонь по... Вас понял? У него маленький боезапас. Точку С. Ой, есть там врагов. Союзники берут точку А. Так, там читера опять какие-то пришли. Удерживаем эту урод позицию. Ебеный, надо их разобрать всех. Да, блять, уйди, своя башка тут. Эх. Мой бот вообще в другую сторону смотрит. Мой бот вообще в другую сторону смотрит. Ему неинтересно это. Он говорит, я, говорит, пацифист. Я, говорит, пацифист. Да. Пинг опять, что ли, или чё, блядь? Ребят, боты, вы чё, блядь? Они вообще не смотрят в сторону врага. Они вообще в сторону врага не смотрят. Да уйдите вы, блядь, шляпники сраные. Вот, вот, враги, блядь, смотрите туда, блядь, дебил. Они даже не смотрят в сторону врага, ребят, боты. Они даже не смотрят, им насрать этим ботом. Господи. Ботам все равно, понимаете? Они не смотрят никуда. Ужас, ребят, ужас. Че, раком стоите? Это хорошо. Это хорошо, у вас хорошо это получается делать. Все-таки немецкое порно, это самое лучшее порно. Ну, когда-то было, сейчас уже не лучше. Сейчас лучше, это лучшее. Я не знаю, какое порно лучше, ребят, напишите. Если кто-то смотрит, напишите. Захватываю позицию. Точка Б под контролем. Ой, пока тут перезаряжался, пока шел, пока то. Пока все, пойдем точку А немножко пожмем, а то точку Б, да, что-то это. Видите, они как почувствовали, что им здесь трендюлей дают. Видите, они перешли на другую точку. Опять не это, ребят, не регистрируется. Опять не регистрируется урон. Хуёво, точнее говоря, регистрируется. Чё ты выгибаешься? Как он знал, что я здесь? Как он знал? Слышал? Да, слышал. Как я топал ножками. Пойдемте на А воевать. На А будет, наверное, поинтересней. Отряд, огонь по всем целям. Вот, на А, наверное, будет поинтересней, я думаю. Нежели на Б там, наверное, особо победа ничего не происходит. Будет за нами! Вот. Это я напоминаю, ребят, это второй БР. Мне многие пишут, что там скучно, там неинтересно. Там скучно, там неинтересно. Мы должны удержать эту точку. Вот такая вот здесь скучная вещь. Темнота, блять, как это? Конечно, я понимаю, темнота друг молодежи.
темноте не видно рожи, ребят, но... Что это меня убило? Взрыв-пакет, блядь. Умри, ублюдок! Точка А под контролем. Мне кажется, что я где-то какие-то пищалки слышу. Может быть, где-то и слышу. Может быть, это просто в моей голове. Да. Потеряли точку Б. Все? Вроде бы все. Вроде пищалок больше не слышу в голове. Нужна точка сбора, да. Какая вам точка сбора нужна, ребят? Какие нахрен точки сбора? Вы про что? Не понимаете, про что вы говорите. Да. Это танки. Это танки, это танки, это танки. Получаем мы пизды от просто танков. Че, нам здесь трендюлей дали? Мы должны удержать эту точку! Сам себя спалил. Понятно, мины, блять, вот это вот. Для слабаков, блять. Настоящие пацаны нахуй сражаются ебальниками друг на друга. Че, никого нет? Почему? Почему здесь никого нету? Противник захватил все точки. Срочно в атаку. Нах, пошел. Умрите, ублюдки! Мы потеряли половину бойцов. Не сдавайтесь. Ребята, ну... Слышь, пикулку. Вон там, наверное, где-то. Захватываю позицию! Слышу где-то пикулку. Возможно, даже вот там сверху у них пикалка. Ну, быстрее захватывать. Ну, подтяните что-нибудь. Вообще, у меня команда какая-то слабая сегодня опять. Чуть какая-то слабая команда. Чё ты выгибаешься, господи? Индивидуум. Вот свой. Прикройте, я перезаряжаюсь. Нахуй пошел, стреляет он. Вот так раком пошел. Вот там у них респаун, короче, а у нас тут респауна нету, ребят. А, даже А не можем взять, ребят. А не можем взять, ничего не можем взять, все просрали. Все просрали, ребята. Ой, что ж делать-то, ребят, что ж делать-то? Команду надо менять, ребят. Я думаю, я их всех из клана выкину. Из клана всех выкину, наберу других. Кто-то сейчас просит, а что здесь есть кланы? Да, ребят, есть кланы. А здесь скрытая ссылка есть на кланы. Да. Ну, видите, не получается на Б. Видите, все отходят и захватывают эту. Все захватывают эту хрень. И никого не убил. Ну, 100-килограммовая бомба, она же никого не убивает, точно. Как меня там через дома эти бомбы убивают, еще чего-то, блядь. Еще чего-то, блядь. Не понял, блядь. Как вы нахуй впитываете, алё? Хуёв, то, что свои впитывают урон, который ты даешь, то есть сквозь них пули не пролетают почему-то. Удерживаем эту позицию! Это я считаю нечестно. Точка А наша. Давайте. Убери эту люля-кебабку.
А, пошли. Я где? Не, печально. О, блядь, тут танк. У тебя охуенно УВН, кстати, чувак. Я тебе могу сказать так. Блять, промахнулся. Не попал. Вот видите, у нас что, видите, что происходит? Они все стадом наши... стадо мое, видите, они все на А. На Б не получается, побежим все на А. Вот это вот, знаете, вот, блядь, позиция слабака, блядь, я побегу со всем стадом. Ну, хуй с вами, я буду Б1, блядь, отбивать. Я буду 1Б, нахуй, отбивать. Пошли в жопу. О, ебашники. В жопу себе засунь, себе это МГ-34, блядь. Читера ебаные. Ой, все, видите, все у нас ушли на А. Потому что там, да, там это... Давайте, а на Б мы не пойдем. Там слишком сильные школьники бойцы, сидят. Вот это, блядь, ну вот это раздражает, конечно. Позиция слабака, ребят. Что, блять? А, это этот там поставил пулемет. На нахуй. Сдохни, блять. Пошел ты в пизду, слышишь? Вот такая вот петрушка. Такая вот петрушка, ребят. Да, к сожалению, всрали. Но что поделать? У меня какие-то нубики были со мной. 11 минут, 8 тысяч набрали, ничего страшного. Да, со мной, да, видите, все ливали. Вот эти вот, а я выйду там, а вот это я тоже выйду, а... Хрен знает, я не знаю, слабаки, слабаки. Да, за меня играли вообще там 3 человека только, 2, мы вдвоем играли. Мы вдвоем играли против стада. Вот, вот такие дела. Модельку мы изучили, АС-ку пятую мы изучили. Сюда теперь ускоренную прокачку даем, да. 6000. Все, остается только пулемет у нас, ребят. Остается пулемет. Танк потом прокачаем. Но опять же, я говорю, что танк, наверное, не знаю. Там есть ли смысл его качать. Мне кажется, есть смысл покачать самолет. Хотя здесь... Ну да, Ил-10 какой-нибудь вкачать. Хотя в Берлин будет все время, ребят, кидать. Все время будет в Берлин кидать. И... всего лишь здесь 2 бомбы 250 килограмм. Здесь пушка, конечно, есть. Ну, не знаю, есть ли смысл в Берлине. Там же все под крышами. Есть только на танках. Ну ладно, пулемет мы вкачаем. 173 тысячи опыта мы обязательно набьем. И все. Вот. Увидеть с тобой уже в... О, ебать, награды какие-то. Что ж мне дали? О, меня так и заставляют поиграть. Мне дали один бой. На один бой 75% опыта. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Да, 18. Да, вот это да, я получил, получается. 4000, потом что-то там, потом... Что-то тут, что-то там. Вот, что-то куда-то туда. Уничтожить 6 вражеских танков, завершить один бой. Вот такие вот дела. Ладно, ребят, увидимся с тобой уже в следующей серии. Увидимся. Всем до встречи, всем пока.